Вы смотрите «Вести Ульяновск». С вами Наталья Степанова. Добрый день и в этом выпуске. Россия берет курс на альтернативную энергетику. Пионер в этом направлении Ульяновская область. Хорошие новости с Международного форума по энергоэффективности. Неделю на выбор лучшего городского педагога. Очередной этап конкурса «Учитель года» стартовал в Ульяновске. У православных есть еще время прикоснуться к святыне. Пребывание мощей Матроны Московской продлено до 4 декабря. В Москве прошел 5-й международный форум энергоэффективности и энергосбережения, в котором приняла участие делегация нашего региона. Есть хорошая новость. В Ульяновской области будет построен первый в России ветропарк мощностью 35 мегаватт, который будет введен в эксплуатацию уже в 2017 году. Центральной темой форума стала альтернативная энергетика и ее развитие. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказали участники мероприятия. Там же было подписано соглашение компании «Фортум», который и будет строить ветропарк в нашем регионе. С «Роснано» в дальнейшем развитии в этом направлении. Как считают ульяновские делегаты, это был знаковый посыл всем участникам мероприятия. Россия уже четко сформировала свои приоритеты. Она будет способствовать развитию проекта в сфере выработки и сохранения электроэнергии из возобновляемых источников. Ульяновская область здесь, в общем-то, является, там, скажем, базовым регионом, на котором будет не только реализовываться первый ветропарк, но и в дальнейшем есть понимание о том, как мы будем и наращивать мощности по генерации энергии из возобновляемых источников. И второе – это то, каким образом мы будем способствовать локализации здесь производителей компонентов для установок, в частности, ветрогенерации. На форуме были заключены и другие значимые соглашения. Также провели переговоры о строительстве в нашем регионе различных производств. Проект компании «Лигран», он был подписан, инвестиционное соглашение было подписано на площадке энергетического форума. И он предполагает создание большого завода на территории промзоны Заволжья. Объем инвестиций более 1 000 000 000 рублей. И будет работать более 300 человек. В рамках форума были проведены переговоры с новыми компаниями, названия которых мы пока разглашать не можем, но это проекты на территории портовой особой экономической зоны. 18 тяжелых транспортников в год. Ульяновский авиационный завод готовится к серийному производству Ил-76МД-90А. Повысить производительность и автоматизировать часть процессов позволит новая поточная линия сборки самолетов. На заводе уже начались строительно-монтажные работы. Здесь реконструируют пол, капитально отремонтируют кровлю. В проекте и обновление фасада цеха окончательной сборки. В качестве дополнительного освещения новые зенитные фонари. По периметру именно этого корпуса разместят 10 рабочих станций новой поточной линии. На данной поточной линии сборки предполагается выпуск 18 самолетов в год. Соответственно, под эти параметры и просчитываются необходимые людские ресурсы, оборудование. Будет 10 рабочих станций, по сути. Значит, это станция стыковки фюзеляжа, станция отработки систем, станция подготовки двигателей, станция подготовки шасси, станция стыковки планера, где будут навешиваться хвостовое оперение, крыло. Ну и другие станции рабочие. Параллельно со строительными работами завершается проектирование и самой поточной линии. Специалисты рассчитывают количество рабочих для обслуживания всех станций. Оборудование для авиационного завода уникальное и впервые полностью разработано отечественной компанией. Оно позволит автоматизировать часть процессов при сборке самолетов. Ну, на сегодняшний момент времени сборка отсеков фюзеляжа и стыковка консоли крыла осуществляется на оборудовании подобном, которое было в Ташкенте на серийном производстве. Сейчас технологии позволяют сделать его автоматизированным с возможностью проведения измерения лазерными трекерами и позиционированием при помощи числового программного управления. Но это повышает достаточно существенно производительность, потому что в единую цепь связано измерение и позиционирование этой системы.
Подобные инновационные технологии применяют на Иркутском авиационном заводе, однако ульяновская площадка станет более масштабной. Агрегаты модернизированного ИЛ отличаются большим размером и весом. Строительно-монтажные работы в корпусе завершат уже в следующем году, а в 2018-м специалисты планируют запустить оборудование самой поточной линии. Семейные махинации почти на 10 миллионов рублей пресекла прокуратура Кузоватовского района. В марте прошлого года глава администрации Безводовского сельского поселения и глава крестьянско-фермерского хозяйства, состоящие в браке, заключили договор аренды 6 земельных участков вблизи села Безводовка. Площадь более 1000 гектаров. Установлено, что сделку супруги совершили без согласия собственников земельных долей, без проведения торгов, а также по значительно заниженной стоимости. По результатам рассмотрения арбитражным судом Ульяновской области заявления прокуратуры, указанный договор купли-продажи земельного участка признан недействительным, земельные участки возвращены в муниципальную собственность. По материалам прокурорской проверки, по факту продажи Зиньковой земельных участков супругу по заниженной стоимости органами Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело. Судом также удовлетворено исковое заявление прокурора Кузоватовского района обязать работодателя расторгнуть контракт с главой администрации Безводовского сельского поселения. 43 аварии, почти 1700 нарушений, 16 водителей сели за руль в состоянии опьянения. О двух ДТП с участием пешеходов нам рассказали в областной госавтоинспекции. 28 ноября в 8 часов 20 минут на улице Радищева, 66, Ленинского района города Ульяновска. По предварительной информации, водитель трамвая совершила наезд на пешехода, который переходил трамвайные пути в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия 49-летняя женщина-пешеход доставлена в больницу, отпущена домой, назначено лечение. В 19 часов 50 минут на улице Куйбышева в районе дома номер 238 города Димитровграда, по предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход, мужчина 85-го года рождения, был госпитализирован. Несовершеннолетний пешеход, мальчик 5 лет, не пострадал. В момент происшествия пешеходы были одеты в одежду темных тонов, световозвращающие элементы отсутствовали. В Ульяновской области проходит месячник по ликвидации долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас в регионе зафиксировано почти 184 тысячи неплательщиков. По информации Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта, в настоящее время организованы автодозвоны, посещение квартир граждан, имеющих задолженность. Заключено более 1000 соглашений о добровольном погашении долга. К некоторым неплательщикам применяются крайние меры по отключению коммунальных услуг. Так, электроэнергию отключили у 78 абонентов, воду у 43. Долг более 40 должников будет погашен за их участие на общественных работах по уборке и благоустройству. За время месячника проведено 180 рейдов служб судебных приставов, социальной защиты и УВД. Работа продлится до 30 ноября. В Ульяновске стартовал городской этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Его участниками стали педагоги средних общеобразовательных учреждений. Творческое испытание продлится в течение недели. Победитель получит путевку на региональный этап конкурса. Эдуард Истомин более подробно. Все время хорошее настроение, а еще вера в детей своего класса. Эти качества для Юлии Ледяевой стимул, чтобы выйти на сцену. Первое испытание – визитка. В презентации педагог использует символы жизни. Солнце, дерево и колос хорошо гармонируют с колоритной одеждой участницы. Во-первых, потому что я учитель изобразительного искусства мировой художественной культуры. Поэтому я выгляжу именно так. И в школе меня любят, наверное, больше всех, потому что мои уроки, ну, самые интересные, самые, ну, как бы для детей самые приятные. В конкурсе 2017 меряются творческими силами 11 участников. Они педагогические звездочки ульяновских школ и гимназий. За неделю им придется пройти нелегкие творческие испытания. Это, конечно, проведение урока, умение представить себя в виде визитки. Это работа с родителями, значит, проведение родительского собрания. И, конечно, ринг. Очень интересные мероприятия, которые обычно ведут у нас победители региональных конкурсов, работающие сегодня в школе. У судей главный принцип – беспристрастность. Жюри запрещается лоббировать чьи-то интересы. В этом году есть и фишка. Конкурсантов-педагогов также будут оценивать и школьники. Они хоть и строгие арбитры, но, с другой стороны, обожают все самое новое. Я вообще работаю по методике компьютерных технологий. То есть и на уроках на своих я применяю компьютер. Мне так нравится, и детям самое главное нравится. А самое главное что? Чтобы
дети получали удовольствие от иностранного языка. Конкурс – это хороший обмен опытом, считают участники, и не только. Выявляются лучшие представители этой профессии, повышается престиж учителя. Ведь не зря городские власти тратят каждый четвертый рубль на образование. Путь в жизни каждому человеку показывает школа. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Новость для православных верующих Ульяновска. По многочисленным просьбам продлено пребывание ковчега с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской в нашем городе. Напомню, святыня прибыла в Ульяновск в Спасо-Вознесенский кафедральный собор 24 ноября. И все эти шесть дней поток людей, желающих поклониться блаженной Матроне, не иссякал. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями. Даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайству. В Ульяновск ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны прибыл с родины святой из Тульской епархии, где на протяжении нескольких лет святыня бережно хранится в Свято-Успенском монастыре города Новомосковск и пробудет теперь до 4 декабря. Проводит святую Матрону после вечернего богослужения. В начале декабря Ульяновский драмтеатр представит новое прочтение «Капитанской дочки» Пушкина. Символично, что постановочная группа накануне премьеры встретилась с прессой в знаменитом Пугачевском подвале. Как свидетельствует мемориальная табличка, на месте нынешнего драмы располагалось здание, в подвалах которого находился под стражей Емельян Пугачев. Инсценировку для театра создала победитель всероссийского конкурса современной драматургии «Ремарка» Инна Гридина. Режиссер-постановщик из Петрозаводска Олег Липовецкий известен ульяновцам по трагефарсу «Кабала святой». Над сценическим оформлением в духе конструктивизма, современной пластикой и актуальной музыкой к спектаклю работает постановочная группа из Санкт-Петербурга и Москвы. Художник-постановщик Яков Каждан и хореограф-постановщик Ольга Васильева. В спектакле не будет исторических костюмов и декораций. Например, Пугачев предстанет лысым и без бороды. Создатели постановки стремились скорее к идейному совпадению характеров и темпераментов. Моей задачей в этом спектакле, в том числе, было сделать фон одним из главных действующих лиц. То есть вывести силу народа и силу этого бунта на первый план, показать его. В спектакле занята практически вся труппа театра. Центральные роли исполнят заслуженные артисты России Виктор Чуйкин, Владимир Густарников, Елена Шубенкина, Михаил Петров, артисты Марк Щербаков, Алексей Гущин, Максим Копылов, Мария Прыскина и другие. Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится 4, 6 и 8 декабря. Постановка откроет программу 3-го международного театрального фестиваля «История государства российского, отечества и судьбы». Ульяновцам предлагают сделать новогодние игрушки-гиганты. В городе стартовал конкурс новогодних украшений. Стать участником конкурса могут все желающие – школьники, воспитанники детских садов и взрослые. Работы принимаются до 4 декабря в школах, садиках и территориальных общественных самоуправлениях. Вместе с работой нужно предоставить информацию об авторе поделки, домашний адрес и телефон, название и номинацию работы. Игрушками-гигантами украсят деревья в парках и скверах, а авторов лучших поделок наградят призами. Телефон для справок 73-54-07. 22 декабря на экраны возвращаются «Елки». Бекмамбетов покажет 5-ю часть франшизы. И уже по сложившейся доброй традиции зрители становятся участниками фильма. Причем в этом году у ульяновцев есть возможность прославить не только себя, но и родной город. Тимур Бекмамбетов ждет от вас новогоднее видео. Доброе, веселое, сентиментальное, праздничное. Выходите на ульяновские улицы, которые уже украшают к Новому году. Снимайте себя, своих друзей и близких на фоне площадей, новогодних елок и праздничных витрин. Главное – успеть прислать шедевр до 1 декабря, и тогда есть шанс оказаться в новом фильме режиссера. Видео нужно прислать на почту konkurssobaka.bazelevs.ru. Хронометраж не более 1 минуты. И повторюсь, с 22 декабря можно будет посмотреть и себя, и город Ульяновск в новом фильме «Елки». Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» смотрите в 18:20. До свидания. Сейчас в Ульяновске плюс 1 градус, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 8 метров в секунду.